Hi, I'm back, and this is Chris Reacts, and I have a Diana Ankodanova song again. Yes, and it's Oh, It's Not Even Evening Yet, and this was requested by A-H-A-B-B-E-B-A. A-H-A-H-B-E-B-A. So thank you for your request, and this is Diana Ankodanova. Oh, it's not evening yet. Let's react. Wow. Dang. Got the chills. Wow. It's really beautiful. That's wow. Диана Анкудинова, живой звук. Плачет. Припорошила нас немного. Ну что, начнет наш дорогой гость. Делитесь мурашками, Филипп. Ну вы просто какой-то самородок, честно говоря. Вы удивительная. Yes. Какая-то абсолютно нереальная. Сколько у вас глубины этот голос. За этим голосом история какая-то в вашей жизни прям чувствуется. Извините, вам сколько лет? 18 исполнилось. 18? Если бы я так пел 18, я бы уже здесь не сидел, да? Я бы уже был в другой стране. Да. Слушайте, ну, я теперь понимаю, почему вы выиграли один из главных проектов музыкальных в нашей стране.
Теперь все объяснимо и понятно. Я услышал перед собой действительно такую молодую Зыкину. Браво, Диана! Спасибо большое. Вы меня покорили сегодня, просто покорили, Дианочка, покорили. Спасибо, мне очень приятно. Мое сердце принадлежит вам. Марк Тишман! Эта песня, насколько я знаю. Насколько я знаю, Тимур. Я как раз тебя хотел попросить, чтобы ты не просто рассказал, что ты думаешь, а чтобы ты про песню рассказал. Да, но это понятно, что это народная песня. Более того, это казачья песня. Более того, я знаю, что за море там было вот у нас в декорациях, да? Это было Каспийское море, то море, где я родился. Это снится сон тревожный казаку, что сейчас что-то налетят, он с коня упадет. А я увидел невесту, которую... вот будут выдавать замуж, и она идет, и она поет о том, что у нее тревога, потому что она не знает, как сложится ее жизнь. И у меня здесь все сложилось. И эта девушка, ее невероятный голос, как труба, который сегодня звучал. В самом хорошем смысле. Труба, которая заставляла нас всех вибрировать с тобой и переживать с тобой твое неведомое будущее. Мы тебе желаем, чтобы оно было фантастическим, чтобы меньше было тревоги, которую мы сегодня в тебе слышали. Браво! Спасибо. Предлагаю подняться выше. Карина Кокс. Во-первых, Диана фантастически сменила имидж. Посмотрите, перед нами стоит юная, хрупкая девушка. Когда она убрала челку, мы увидели твой возраст. Впервые в жизни я ее убрала. Ты настолько нежная, в этом образе тебе очень идет. И косы, и этот наряд, и эта песня, и этот хрупкий лед, он настолько отражает твою вот эту юность, свежесть. Единственное, что, ну, это мое мнение, мне показалось, что здесь хотелось больше нежности, больше вот этой искрящейся, как звездочки, нотки хотелось. Но ты опять дала мощь, да, и это показалось немножечко уже тем, что уже мы слышали. Но ты все равно великолепна. Спасибо тебе большое. Спасибо. Алиса. Вот так она вроде обычный человек в жизни, понимаете? Так и есть. Но как только она извлекает эти ноты... Что-то происходит, понимаете? Такое ощущение, что ты взлетишь сейчас, знаешь? В воздухе что-то меняется вообще. Спасибо большое. Слава! Самое сложное для всех нас здесь артистов – зрителя удивлять каждую программу, быть разным. Показать новые грани. Это невероятно сложно. Это самая сложная задача. Но при этом каждый из нас ищет свою индивидуальную фишку, которая тебя будет выделять среди масс других артистов. Вот у тебя... Это не фишка, это какая-то мировая фишище. Ты ее уже нашла. Но если мы говорим в рамках нашего шоу, очень хочется, чтобы ты показала вообще себя другую, даже не нам. А ты в себе нашла эти грани, потому что, я уверен, ты о них сама еще не знаешь. В тебе такой вот этот сундук с сокровищем таится. И очень хочется, чтобы это шоу тебе дало возможность раскрыть себя и найти.